Владимир Горохов работает на предприятии «Газпром Трансгаз Томск» совсем недавно, пока на испытательном сроке, но он буквально на днях должен закончиться. Трудоустроился на предприятии молодой человек благодаря ярмарке вакансий, которая состоялась в прошлом году. Желание работать в крупной компании у Владимира присутствовало с того момента, как он только закончил университет. Парень несколько раз подавал резюме, но ответа не было. Конечно, я и раньше пытался устроиться в данное предприятие, неоднократно подавав резюме, но, к сожалению, это было безуспешно. И благодаря вот именно этому мероприятию, как ярмарка вакансий, мне вот так повезло. Я пришел, заполнил форму, подал резюме, прошел собеседование. Надо сказать, что предприятие «Газпром Трансгаз Томск» в рамках программы «Местные кадры в промышленность» сегодня привлекает на работу только местное население. Значит, мы привлекаем специалистов, как бы только местное население, отказались от вахт. Все люди, которые у нас работают, они проживают в городе Ленске. При собеседовании во время ярмарки вакансий работодатели тщательно изучили резюме кандидата. Большим плюсом для молодого человека стала его разносторонняя трудовая деятельность. Владимир успел реализовать себя во многих ее сферах. Владимир признается, что доволен своим новым местом работы. Действительность превзошла его ожидания. Здесь я себя реализую не только как специалист, но и в различных других областях, как по спорту, так и по социальной и общественной деятельности. По словам главного инженера, в ряды своих сотрудников они отбирают только лучших, инициативных молодых людей, у которых есть желание совершенствоваться и двигаться вперед. Отобраны самые лучшие. Вот. Нам нужны инициативные, значит, энергичные люди, которые хотят, значит, стремятся к знаниям, хотят достичь каких-то высот. В этом году предприятие завершает строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и переходит в фазу эксплуатации. Начнется строительство газопровода в Калуг-Тичиндинском месторождении, лупингов и двух компрессионных станций. Впереди много работы, будут открыты и дополнительные вакансии. По предварительной информации, еще порядка 100 ленчан смогут пополнить ряды сотрудников компании «Газпром Трансгаз Томск». Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.